Автограф «Дня Архангельск» в прямом эфире в студии Артемий Заварзин. Добрый вечер. И вначале в Архангельске впервые проведены операции по трансплантации органов. Хирурги первой городской больницы пересадили почки двум пациентам. Событие это историческое. На подготовку ушел не один год. Цена ответственности – человеческая жизнь. Точнее, сразу четыре. Олеся Кокина продолжит. Несколько лет ради двух операций. Первых первая городская больница потратила на подготовку специалистов, инфраструктуры и получение лицензий на трансплантацию органов. Первая пересадка почек. Две пары доноров и реципиентов находились в медучреждении почти два месяца под неустанным наблюдением. А на сами операции приехала солидная группа поддержки. Первые операции прошли при поддержке наших гостей из Центра трансплантологии имени Шумакова. Приехала бригада из трех врачей. Одну из операций они проводили с участием наших специалистов. Вторая операция была практически проведена нашими специалистами. Хирургическая магия – дело ответственное, особенно с родственными пересадками. Здоровые доноры не должны потерять в качестве своей жизни, а реципиенты его должны существенно улучшить. В двух операционных одновременно работали две бригады хирургов. Сзади меня операционная, в котором произвелся забор почки, значит, а впереди это операционная, где произвелась, собственно, трансплантация. Ну и трансплантация заключается в том, чтобы сшить артерию правильно, вену и мочеточник в конечном итоге, запустить кровоток и определиться, работает она или нет. Все волновались, потому что, это первое, поэтому, естественно, ответственность есть, конечно. Но поскольку мы не первый раз уже... Не первый день в хирургии, поэтому справились и сделали то, что хотели. На забор органа полтора часа, на имплантацию два. Протокол наши хирурги отработали на отлично. На восстановление пациентам требуется более трех недель, и провести их нужно в стерильной палате. Включен ограничительный режим. Отдельные палаты, специальное кварцевание вот этих палат, специальная обработка всего, что здесь есть, и ограничение допуска персонала, в том числе, а тем более каких-то гостей. В этом году в планах еще две пересадки, к которым сейчас готовят пациентов. Количество операций будут увеличивать постепенно. Мы будем продолжать их делать с помощью и поддержкой наших коллег. А на следующий год мы запланируем примерно 6. Запланировано у нас будет, как вы назвали, квот, то есть это 6 пациентов, 6 пересадок. Сейчас потребность в диализе есть у 479 жителей нашего региона, и это только взрослые. Исходя из мировой практики, пересадка почки – хорошее решение для более чем половины этих пациентов. На первом этапе развития Центра трансплантологии это уникальная возможность для жителей нашего региона получить высокотехнологичную помощь у себя на родине. Олеся Кокина, Евгений Зыков, Регион 29. В региональном парламенте прошли депутатские слушания по реорганизации системы родовспоможения. Планируется создать трехуровневую систему организации медпомощи, запустить современный перинатальный центр в Архангельске и отказаться от родильных отделений в муниципалитетах. Развитие трехуровневой системы предусматривает деление учреждений родовспоможения на группы. Первички останутся только в нескольких районах. Там родильные отделения будут предназначены для женщин с низкими рисками осложнений. Учреждением третьего уровня станет перинатальный центр, консультации, лечение и реабилитация беременных и родивших женщин, а также новорожденных детей с применением самых современных медицинских технологий. Как отмечают представители профессионального сообщества, во главе реформы не экономия или оптимизация, а прежде всего безопасность. Здесь все равно есть менталитет, есть сложившаяся инерция. Здесь есть действительно чувство социального вот этого дискомфорта, с которым мы все равно будем сталкиваться. Люди будут сталкиваться с этим, особенно на первых этапах. Но главная цель, которая давлеет над всем, это обеспечение безопасного родовспоможения для матери и ребенка. Перинатальный центр планируется запустить в конце года. Сейчас завершаются отделочные работы. Специалисты приступают к монтажу медицинского оборудования. Новой будет и система управления транспортом. Презентация состоялась сегодня в правительстве области. Ее разработка и реализация началась сразу после арктического форума. Именно тогда губернатор Игорь Орлов заключил соглашение с акционерным обществом «Российские космические системы». Эта система позволяет мониторить межмуниципальный транспорт. Это можно смотреть, где он находится, скорость, как он идет по маршруту, собственно говоря. Поэтому, собственно говоря, вот эту систему сейчас передаю Министерству транспорта, и она будет использоваться перевозчиками для, собственно, своей работы.
С помощью спутников можно отслеживать не только график перевозок, но и скоростные режимы, и даже расход топлива. И это только на первом этапе внедрения системы. Дальше возможностей станет больше. Дальнейший этап развития – это такой, что граждане, пассажиры сами будут видеть на своих планшетах, на своих мобильных устройствах направление, время, задержку, расписание. Все это уже 21 век. Эксплуатация новой системы управления транспортом уже началась. Предварительные итоги года экологии в Архангельской области подвели сегодня в правительстве региона. Выполнено свыше 50 различных мероприятий – от уборки мусора до высадки саженцев елей и сосен. Так, во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» участвовали 22 тысячи северян. Ликвидировано свыше 20 несанкционированных свалок. Работы по лесовосстановлению масштабные. План этого года – 11 миллионов сосен и елей – выполнен более чем наполовину. Регион полностью обеспечивает собственные потребности в посадочном материале. Получены в этом году 6 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой. На следующий год мы выходим на объем 9 миллионов по данному селекционному центру. И плюс миллион у нас вырастет ЕЛЦ, плюс еще там ряд питомников. В год экологии особое внимание подрастающему поколению. Развивается и молодежное движение защитников природы «Эколята». В его ряды вступили более 350 мальчишек и девчонок Поморья. В год экологии в Архангельске появилась «Рябиновая аллея». Такое название получила парковая зона у стадиона «Динамо». Сегодня здесь высадили молодые деревья. Заканчивается и благоустройство территории. Впрочем, «Рябиновая аллея» – это не только эстетика. Ирина Ившина расскажет подробности. 50 молодых кустов рябины как символ памяти. В Архангельске появилась рябиновая аллея. По замыслу это место посвящено архангелогородцам, погибшим во время боевых конфликтов. Благодаря их стараниям сегодня Россия не находится на обочине истории. Нас сегодня уважают, и благодаря этим ребятам это уважение досталось нам дорогой ценой. Сегодня на закладку аллеи пришли ветераны Чеченской и Афганской войн, отцы и матери архангелогородцев, отдавших свои жизни в горячих точках. Я посадила дерево в честь своего сына, память своего сына, который погиб в Чечне в 2009 году. Зовут его Тихомиров Сергей Юрьевич. Мы очень сегодня, конечно, взволнованы, потому что это огромная честь для нас прийти вот участвовать в этих мероприятиях. Это вот сегодня станет то место, куда наши родители, куда ветераны будут приходить и чувствовать себя рядом со своими детьми. Это святое место. Любой горожанин, придя на эту аллею, уже будет знать, что это аллея, и не будет мусорить, не будет хулиганить, не будет делать правонарушения. И, может быть, даже сидя здесь, задумается, вспомнит историю и задумается о будущем. Рябиновая аллея – название поэтичное, и место будет выглядеть соответствующе. Здесь уже уложена брусчатка, скоро появятся новые скамейки и фонари. Нет сомнений, этот уголок станет любимым местом отдыха архангелогородцев. Ирина Ившина, Вадим Федосеев, Александр Кузнецов, Регион 29. В Архангельск из Сочи вернулись участники и волонтеры Всемирного фестиваля молодежи и студентов. О главных впечатлениях и интересных людях они рассказали журналистам. 213 человек представляли наш регион на фестивале молодежи и студентов в Сочи. Несколько дней на побережье были насыщены не только событиями, но и интересными людьми. Политики, бизнесмены, деятели культуры и даже президент России. Казалось, каждому из них можно было задать любой вопрос. Всего участников фестиваля было 213 от Архангельской области, это большое количество. Мы предполагали, что это будет 1% от общего числа участников фестиваля, но история поступила иначе, и на фестиваль приехало 25 тысяч участников. Это было действительно очень грандиозное событие. На молодежном форуме участники из Архангельска презентовали проект мусороперерабатывающей машины, интегрированной с 3D-принтером в единую информационную систему. Заинтересовали наших ребят и другие направления. Один проект, который мне запомнился, это проект, по-моему, Московского университета. Ребята хотят в школы привести уроки по половому воспитанию, то бишь сделать их более открытыми, потому что сейчас очень открыта проблема ВИЧ и СПИД, это глобальная эпидемия. И, конечно, всех, кто не подходил к стенду Архангельской области, изумила щипная птица счастья ручной работы. Мы представили не только волонтеров Северного Арктического федерального университета, мы представили наш замечательный регион,
мы представили Россию, и я очень рада, что мы сделали это на достойном уровне. Главное, что почувствовали ребята из 25 стран за время проведения фестиваля, между ними нет никаких барьеров. Молодежь только за мирную политику. Владимир Федосеев, Евгений Зыков, Регион 29. С участниками Поморской делегации встретился глава региона Игорь Орлов. Губернатор поблагодарил команду за яркое и запоминающееся представление региона на форуме, а также подчеркнул, что настроение, которое получили ребята, а также идеи и новые знания пригодятся здесь, в Архангельской области. Я, конечно, очень хочу, чтобы вот то настроение, тот заряд, который вы получили там в Сочи в рамках этого форума и фестиваля, в рамках тех общений, тех открытий, которые вы для себя сделали, вы как можно так проникновеннее, как можно ближе транслировали сюда в регион. Игорь Орлов пожелал ребятам не терять интерес к своим проектам, выступать с ними на уже существующих площадках и создавать новые, используя контакты и знакомства, полученные на Всемирном фестивале. Архангельский областной суд отмечает свой 80-летний юбилей. Ровесник региона был образован в 1937 году, когда Северная область была поделена на Вологодскую и Архангельскую. Все эти годы суд стоял на страже закона и порядка. В первую очередь мы, конечно, гордимся нашими ветеранами. Те, кто ковал историю этого суда, те, которые воспитывал последующие поколения, и это наша основа. Вместе с ветеранами поздравления сегодня принимают более 200 судей и сотрудников аппарата. Вся история вашего славного коллектива очень важна, очень необходима для региона, да и для страны в целом. Это история достойного служения Родине, достойного служения людям, достойного служения закону. Вы являетесь все-таки теми людьми, на которые общество должно ориентироваться. Многие заслуженные работники Архангельского областного суда сегодня получили почетные грамоты от представителей разных ветвей власти. При этом одним из главных достоинств людей в мантиях по-прежнему остается их самостоятельность и независимость от этой самой власти. Они такие же люди, как и все остальные, также испытывают эмоции, но им значительно тяжелее, чем всем прочим. Им эти эмоции и свое личное отношение приходится прятать, потому что они сегодня выражают мнение закона. Судья никогда не обращает внимания на то, кто перед ним. Вот. Он практически всегда занимает позицию нейтральную и разбирается в сути вопроса. И мы видим это по тем решениям, которые получаем из суда. Как проводить процедуру закупок эффективно и безопасно? Об этом сегодня говорили на 3-й региональной конференции по реализации федерального закона о госзакупках. Архангельская область, по оценке экспертов, один из самых активных регионов на Северо-Западе. Наши специалисты охотно обмениваются опытом и выходят с инициативами по улучшению законодательной базы. Они не просто варятся как бы в своих проблемах сами, а еще и узнают лучшие практики, лучшие механизмы, и какие-то из них они могут внедрять у себя. И в любом случае практики, которые доносятся до них на конференции, это практики как раз эффективных закупок. Федеральный центр сегодня ставит перед регионами задачу, чтобы порядка 15% от общего объема закупок производились у малого бизнеса. Сегодня вот в условиях того, что эта планка все время поднимается, обсудить вопрос, каким образом это реализовать, потому что для малого бизнеса это работа, это есть работа, это есть новые рабочие места, поэтому вот это одно из направлений, которое позитивно влияет на социально-экономическое развитие региона, на развитие малого бизнеса. Обеспечить порядок и безопасность. В столице Поморья состоялось очередное заседание областной антитеррористической комиссии. В режиме видеоконференц-связи в нем приняли участие и главы муниципальных образований региона. Ключевая тема – обеспечение правопорядка и безопасности граждан во время празднования Дня народного единства. Для этого специально разработан и реализуется комплекс необходимых мер. По опыту прошлых лет в различных мероприятиях в этот день принимает участие около 15 тысяч человек. Тема безопасности обсуждалась и на встрече главы Архангельска Игоря Годзиша со старшеклассниками. Такое общение уже стало традиционным. О чем на этот раз шел разговор, подробности далее. Проблемы коррупции и оттока населения, развитие бизнеса и образования – это только часть вопросов мэру от молодых горожан. От каждой школы столицы Поморья один представитель. Ученица 10-й школы озвучила свое наблюдение. В театре драмы хоть и стоят рамки для обнаружения опасных предметов, но они не работают. Хотелось бы узнать, какие действительно меры проводятся в нашем городе по предотвращению террористических атак.
Очень такой серьезный вопрос, да, я задала живой пример из последнего, да, когда в Соломбуле проводилась масса мероприятий, там достаточно много ребят участвовало, в том числе молодежи, да, вот, городом были поставлены работающие рамки для того, чтобы, значит, люди, которые туда проходят, по крайней мере, чувствовали себя на этой территории безопасно с точки зрения возможности рака. К сожалению, очень много учреждений, которые сегодня обязаны проводить вот такого рода досмотр, да, они периодически забывают, да, и вспоминают об этом только тогда, когда что-то опять где-то чего произойдет. Интересуют старшеклассников и политические темы. Школьники поинтересовались мнением Игоря Готиша об оппозиции. Вы как человек более старший, опытный, вы живете в этой стране дольше, чем я. И мне, как молодому и глупому, интересно, что вы считаете об оппозиции в нашей стране. Какая она? Для меня вот история про оппозицию, она какая? Есть задача, которую необходимо решить. Есть то решение, которое сегодня предлагает конкретная партия. Если какая-то иная партия предлагает решение этой задачи альтернативным путем, да, вот, но она предлагает решение этой задачи, вот это серьезная оппозиция, потому что разные пути решения задачи. Есть что обсуждать, есть вокруг чего спорить. Я не считаю это оппозицией. Оппозиция – это та, которая предлагает альтернативные решения, вот, причем способные к жизни. Разговором с главой города старшеклассники остались довольны. По словам ребят, ответы на давно интересующие вопросы они получили. Ответы были по существу конкретные и хорошо довольно сформулированы. Я многие вопросы, которые хотела задать, я задала. И считаю, что ответы, которые я получила, они весьма хорошие. Общение с молодежью для главы Архангельска занятие уже традиционное. Ведь только при живом общении можно узнать, что волнует молодежь. А школьники, в свою очередь, лучше понимают, какие задачи ежедневно приходится выполнять власти. Екатерина Широкова, Евгений Зыков, Регион 29. Профориентация со школьной скамьи и рынок труда Архангельской области нуждается в квалифицированных специалистах. Как помочь детям выбрать правильный путь, чтобы их труд был востребован и хорошо оплачен? Методику профориентации обсудили педагоги и законодатели. Лесная отрасль, строительство, сфера бытовых услуг. Направления, которые острее других нуждаются в профессиональных кадрах в нашей области. Готовить их надо со школьной скамьи. Власти региона, в том числе и депутаты Архангельского областного собрания, решают эту задачу посредством развития системы профориентации. На законодательном уровне мы определили необходимость создания регионального центра содействия профессиональной ориентации и занятости молодежи. Такой центр работает при Институте открытого образования, и в его наработках много обучающих программ, в том числе программ дистанционных, как раз где они рассказывают о том, где можно получить ту или иную профессию в Архангельской области и как себя в этой профессии реализовать. Именно в Институте открытого образования прошел круглый стол, посвященный профориентационной работе, в частности, налаживанию связей между школами, техникумами, колледжами, вузами. В этом направлении делаются серьезные шаги. В 2016 году на базе 14-й школы Архангельска открылся первый в регионе строительный класс. Преподаватели САФУ знакомят ребят с основами строительства и архитектуры, начертательной геометрией, компьютерной графикой. Учебную практику юноши и девушки проходят в Архангельском техникуме строительства и экономики. Результаты налицо. На сегодняшний день где-то порядка 70% определились уже с тем, что пойдут дальше в инженерные отрасли и, в частности, в строительную отрасль. В этом году в школах региона открыли свои двери и 6 лесных классов – в Архангельске, Новодвинске, Коряжме и сразу 3 в Устьянском районе. Важно, что курируют их потенциальные работодатели. В Березнинской средней школе, например, группа компаний УЛК. Партнером выступил и местный индустриальный техникум. Наш техникум Устьянский индустриальный будет являться именно той площадкой, где учащиеся лесных классов, это 10-11 класс, будут получать рабочую профессию, отрабатывать практический навык. С использованием нашей техники, с использованием ресурсного центра, тренажеров, которые у нас есть. Подобный опыт необходимо распространять. Инициаторы круглого стола, депутаты областного собрания, теперь ждут предложений от представителей образования. Какая поддержка нужна на законодательном уровне для налаживания и совершенствования профориентационной работы? Алексей Карельский, Светлана Михеевская, Регион 29. В Поморье создают живую летопись. Это сборник семейных историй, рассказанных школьниками, внуками и правнуками тех, кто трудился на благо малой родины.
Настоящая история из жизни, переложенная на бумагу. Рассказ Насти Шавы иначе как трогательным не назовешь. В нем вся правда, в нем любовь, переживания и человеческая трагедия. Рассказ о том, что маленькая девочка Марина влюбилась в Дениску, мальчика Дениску, и... но любовь была невзаимная. И вот бабушка рассказала ей историю, как дедушка Ваня, когда сообщили о войне, пошел на фронт, и что она очень сильно переживала из-за этого и больше его не увидела. И таких историй, присланных на конкурс из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Онеги и Красноборского района, очень много. Живая летопись Поморского края просто впечатляет. Своим именно трудом разобраться в истории не только своей семьи, но самое-то главное, чтобы вы могли соотнести эти вехи в истории ваших семей, в истории ваших родословных с теми событиями, которые происходили и в истории области, и в истории страны в те времена. Выбрать лучшие работы было очень сложно, ведь каждая из них написана не под диктовку. Школьники словно сами переживали истории своих семей. И за каждой такой хроникой рассказ о своем регионе. Чувствовалось, что в создании этих работ принимала участие вся семья. А это очень важно. Что появилось дело, еще одно дело, которое объединяет всю семью. И что и старшему, и младшему поколению интересно друг с другом, они нужны друг другу. И, возможно, благодаря этим книгам и семьи стали крепче. Ну, мне хочется в это верить. В итоге лучшими признали работу учеников 4-й Онежской школы. Из сотен сочинений организаторы отберут всего 30. Именно эти рассказы и станут живой летописью Поморья. Артемий Заварзин, Екатерина Исакова, Денис Линчевский, Регион 29. В эти минуты на сцене Архангельского драмтеатра идет постановка Сыктывкарского академического театра. Детективную комедию «Дорогая Памелла» или «Как пришить старушку» по пьесе американского драматурга Джона Патрика архангельский зритель может увидеть благодаря проекту «Перекрестных гастролей». Кстати, гастроли Сыктывкарского академического театра совпали по времени с юбилеем первой постановки на сцене Архангельского театра драмы. Это случилось именно в этот день 85 лет назад. Артисты Республики Коми в Архангельске также сыграют спектакли «Утиная охота», «Ханума» и «Сказка про чудесное огниво». Что касается сегодняшнего спектакля, то да, обозначена как детективная комедия, но она такая, скажем, очень трогательная история, и она рождественская история, может быть, но тем не менее, на мой взгляд, она тоже имеет своего зрителя и приличное количество зрителей. Я думаю, что очень приятно посмотреть любому человеку. В свою очередь, труппа Архангельского театра покажет в Сыктывкаре постановки «Царь Эдип», «Прозрение», «Принцесса Турандот», «Искусство», «Волшебная флейта». Обменные гастроли пройдут с 27 по 29 октября. И последнее. Первый отборочный матч на участие в ночной хоккейной лиге состоится в эти выходные. Завтра, 28 октября, в Северодвинске пройдет игра между командой города Корабелов-Беломорец и архангельской командой «Баренц». Начало матча в 14 часов на ледовой арене комплекса «Беломорец». 7-й Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига» традиционно пройдет в мае в Сочи. Такие новости. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи в эфире.